Всем привет! Сегодня 9 февраля, Московская область. Я продолжаю высевать цветы. Это однолетники, многолетники. Эти семена я покупала у цветочника-коллекционера. Если можно так сказать, это домашние семена. Надеюсь на очень хорошую всхожесть. И сегодня буду сеять я астроальпийскую смесь, это многолетник. Колокольчик Саманта смесь, также многолетник. И гвоздику китайскую смесь. Итак, начну я с астроальпийской смесь. Семена отличного качества, темно-коричневого цвета, и на кончике есть такой хвостик-пушок. Я астру выращивать буду целенаправленно, для того, чтобы высадить затем ее на будущую альпийскую горку. Этот цветок низкорослый, буквально до 15 сантиметров в высоту, поэтому идеально подойдет для этого. Но семян много, поэтому оставшуюся рассаду я буду просто высаживать в цветник. Как я уже сказала, это многолетник. Итак, взяла я плошку небольшую, засыпала сюда почвенную смесь. Это торф агробалт, смешанный с биогумусом домашним. Пролила, как обычно, накануне. Это раствором аллерина, это биофунгицид. И сейчас будем высевать. Семена буду высевать все, ничего не буду оставлять. Их здесь довольно-таки много. Я даже считать, конечно, не буду. Просто беру и методом присаливания рассыпаю эти семена. Равномерно распределяю по возможности. Все отлично. Затем распылитель. Здесь в воде у меня разбавлен эпин. И прибиваю семена к земле. Слегка. Затем беру этот торф агробалт оранжевого цвета, без минералки. Я смешиваю с песком и небольшим слоем присыпаю. Прям совсем чуть-чуть. Когда они начнут сходить, проклевываться, тогда я подсыплю. Все. И также опять сбрызгиваю раствором эпина. Затем я накрываю клеенкой и сразу выставляю под цвет в тепло. Следующий очень красивый цветок называется гвоздика китайская смесь. Семена у нее темные, не сказать, чтобы крупные, но и не мелкие. Между прочим, все фотографии, которые я вам показываю, это фотографии цветочницы, у кого я покупала семена. И, собственно говоря, это растения, с которых взяты эти семена. Итак, взяла небольшую плошку. Засыпала почвосмесь, это торф, смешанный с биогумусом домашним, пролила аллерина, подготовка, все то же самое. Гвоздика китайская вообще считается в нашем регионе как однолетник, но у цветочницы у нее многолетник. Уже 3 года китайская гвоздика у нее растет как многолетник. Вот я надеюсь, что у меня тоже будет многолетником. Просто распределяю семена по поверхности почвы, слегка распределяю, водичкой прибиваю к земле и торф, смешанный с песком, небольшим слоем покрываю, совсем небольшим. И также сверху раствором эпина. Накрываю крышкой, но сейчас это не прозрачное, а вообще я сюда клееночку сделаю. Все, выставляю на стеллаж под лампы. Следующий довольно-таки интересный цветок называется колокольчик Саманта смесь. Это низкорослый колокольчик, тоже планирую его для альпийской горки. Семена у этого колокольчика очень мелкие, светло-коричневого цвета. И для таких мелкопыльных семян я люблю использовать таблетки. Я взяла самого маленького диаметра,
значит, залила кипятком, слила лишнюю жидкость, и именно сюда я буду высевать с дальнейшей, конечно, пикировкой. Для удобства в посеве я высыпала семена на листик бумаги, и теперь слегка влажным пальцем беру семена и аккуратно распределяю по поверхности каждой таблетки. Семена колокольчика не присыпаются. У меня еще есть семена более высокорослого колокольчика, но в этом году я не буду высевать, потому что и так очень много посевов оставлю на следующий год. Это смесь. Здесь и белый, и синий колокольчик. Вот так это выглядит. Сейчас я слегка буквально прибью семена раствором эпина к таблетке. Все. Закрываю прозрачной крышкой и выставляю в теплое место под лампу на стеллаж. Есть у меня еще один очень красивый цветок, называется дельфиниум однолетний гиацинт. Великолепный цветок, я никогда ни у кого не видела его в цветниках, на фотографии это что-то невероятное. Тоже хотела посеять, высадить рассады, но цветочница сказала, что он очень капризный, поэтому лучше высевать его сразу в открытый грунт весной, поэтому сделаю, как она посоветовала. Ну, конечно, цветок просто великолепный. Полностью отличается от обычного дельфиниумового, классического, да? Ну, посею, я надеюсь, он у меня взойдет, семена, как я уже сказала, свеженькие. Ну, посмотрим, что это за чудо-цветок. Кстати, я сегодня посмотрела, у меня начинает проклевываться лаванда, уже несколько семян с белыми корешками, что очень меня радует. В принципе, у меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал и всем пока!